10803 обращения поступило в 2018 году в МВД России по НАО. Итоги работы за прошлый год подвели сегодня окружные полицейские на ежегодной коллегии. Так, в прошлом году правоохранительными органами раскрыто 628 преступлений. Этот показатель улучшился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раскрыты все убийства, а также преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, это 95% грабежей. В своем докладе начальнику МВД по НАО Олег Яковлев отметил, раскрываемость краж в регионе составила более 60%, мошенничеств – 47%. Из 527 преступников больше половины не имели постоянного источника дохода, почти 50% находились в состоянии алкогольного опьянения, а 56% ранее совершали преступления. Кроме того, он отметил, что есть сложности в работе с некоторыми населенными пунктами округа. Только после экстренного вмешательства сил и средств управления в селе ОМА удалось восстановить правопорядок, где на протяжении длительного времени братьями Бобриковым совершен ряд преступлений, число которых угрозы убийства, нанесения побоев, кражи, грабежи, незаконное проникновение жилища, угонов, хулиганства, применение насилия в отношении представителей власти. Также в докладе отмечено, что в 2018 году на 10% увеличилось количество зарегистрированных преступлений. По этому показателю среди регионов России округ оказался на втором месте после Ленинградской области. Среди сдерживающих факторов и нерешенных проблем Олег Яковлев отметил слабое взаимодействие с органами местного самоуправления, волокита в полицейском производстве. В 2018 году нам не удалось разобраться и установить виновных в совершении 236 преступлений. С учетом возросшей нагрузки на следователей и дознавателей по количеству находящихся оконченных производством уголовных дел не удалось справиться с соблюдением сроков расследования. Также в докладе было отмечено, что в сфере незаконного оборота оружия выявлено 15 преступлений, что в два раза больше, чем в 2017 году. За 12 месяцев 2018 года на территории региона зарегистрировано 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 28,8% меньше, чем годом ранее. Количество преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками ОМВД России по Ненецкому округу, увеличилось на 45%, с 33 до 48. За год в регионе выявлено 8 преступлений коррупционной направленности. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».